Всего такие красивые, а? Дорогие друзья, почему? Вы посмотрите название остановок. Парадайз, рай, вояж. Да, это вам не желтые воды, дорогие друзья. И не саки, и не горешний плавник. И острая могила. Острая могила? И кладбище. Опиум называется. Опиум для народа? Опиум. Видишь уже? Да. Американская культура, над ней огромный турецкий флаг. Будут знать наши. Ага, дожились. Вон тот подъемчик в гору, и там красивейшие фонтаны. Все, идем? Идем. Манавгад, дорогие друзья. Только что десантировались с Лексуса. Так, идем, загораживаем всем дорогу. Дорогие друзья, мы в самом центре города Манавгад. Район Сиде, Турция. Последний день апреля 2019. Вот такая здесь красота. Вот такие живописные фонтаны. Ресторанчики. Чтобы никто не сомневался, Манавгад Сити. Андрюша нас приветствует. Там тоже фонтанчики. И пошла, видимо, центральная улица. Американская культура под турецким флагом. Знай наших. Пальмовая аллея. Не хуже, чем в Лос-Анджелесе, просто чуть-чуть меньше раскрученная, распиаренная. Красота, тепло, лепота. Де-факто. Де-факто лепота. Цветы, все благоухает, пахнет. Рядом море, речка.
Да. Красота неописуемая. Ладненько, побежали дальше. Нас ждут великие дела и новые путешествия и великие открытия. Везде любят Украину, весь мир с нами, жить без нас не могут. Да? Подтверждаешь? Да. Ага. И мы вместе с ним. Joy.